снова здравствуйте, друзья. Вот такая небольшая кучка посылочек у нас. Значит, начнем по порядочку. Что у нас тут? Я не помню, Так, я тут, честно говоря, не знаю, что пришло. Липстик написано. 0,15 центов стоит. Вот, ну, не знаю. Давайте-ка мы ее сразу его бахнем. Может быть, вспомним, что тут такое. Так, тут у нас пусто, что-то сильно круто. Это такой карандаш, насколько я помню, для губ. Дочь один, если вы смотрели мое видео, выиграла на eBay. А это такой же второй. Не знаю, зачем ей столько. Ну, давайте по-быстрому пробежимся. Вот такой карандашик для губ. Что-то малевать. Любят наши женщины, девочки, девушки разукрашивать лица. Я-то не сторонник этой штуки всей, но каждому свое. Так, разобрались мы с этим карандашиком. Так, а вот здесь я заказывал другу, если кто помнит, я пришла зарядка, заказывал я одновременно аккумулятор к фотоаппарату Nikon и зарядочку. Вот эту вот зарядочку. Вот, зарядочка сегодня только пришла. Значит, заплатили мы за нее, да, что-то порядка, уже точно не помню, тоже порядка 4 долларов, китаец и указал, 3,9 доллара. Так, посмотрим, что нам пришло, пришел за аккумулятор. Сейчас, пакетик пустой. Коробочка вся, как трактор по ней проехался. Это, я так понимаю, марка, наверное, аккумулятора. Или это не марка, там должно быть... Да, вот марка. ENEL5. Так, коробочка пустая. Значит, сам аккумуляторчик. Вот с таким вот даже чехольчиком. Так, видно вам? Видно. 3,7 вольта, 1400 мАч. Литий-ионный аккумулятор. Так, я хочу по-быстрому проверить, потому что никак эту зарядку мы не смогли проверить без аккумулятора. Вот у меня есть кабелек уже подготовлен к ней. И аккумулятор поставим. Что-то он не хочет сюда. Вот. Ну, благо все работает. Правда, опять же, не знаю, заряжает или нет. Ну, конечно, я думаю, будет заряжать. С этим мы разобрались. Слава богу, все включается. Так, и осталась у нас одна посылочка, которую я заказывал своему сынишке. Вот, за то, что он был хорошим пацаном полмесяца. Значит, в этой посылочке находится джойстик, Bluetooth джойстик для управления, ну, играми или чем-то другим на телефоне. Дополнительный свет мой потух. Ну ладно, вроде бы все нормально видно. Значит, посылочка шла порядка 35 дней. Покупал, точно не помню, но тоже что-то в районе 8 с копейками долларов. Там была хорошая скидка. Вот. Вот, наконец-то пришел долгожданный джойстик. Пакетики у нас пусто. Денис, а мы белый заказывали? Белый, да? Да, заказывали белый. Значит, у остальных продавцов порядка 15 долларов, там 12, 13, 14, 15 долларов есть. Без держателя для телефона. Здесь же, я опять же повторю, что хорошая была скидка в комплекте с держателем. Все это дело стало 8 с чем-то долларов. Кстати, сколько китайцев... А, китаец так и указал, да, 8. Так, значит, вот сам наш агрегат. Вот наша держалка. Сейчас попробуем все это дело испытать. Меня сынуля качает игру. Так, как же эта хрень крепится? Так, насколько я помню, это что-то так. И насколько я помню, это что-то вот так. Да, все подошло. Здесь у нас кронштейн выдвижной. Типа как я снимал видео, держатель на, ну, на руль для телефона. Вот что-то похожее. Так, в комплекте мы имеем еще кабель зарядного, я так понимаю. Здесь должен быть встроенный аккумулятор. Каких-то кнопочек, господи милый.
Так, кабель зарядки. И имеем в комплекте мы инструкцию. Значит, мы видим здесь на китайском. Угу. Есть и на английском. Уже радует. Описаны, то есть, все функциональные клавиши. Все полностью описано. Как, что, куда, почему и зачем. Так, не вижу я чего. Вот для чего это? Это, походу, еще плюс в компьютер можно. USB-порт. Компьютер, да. А где наша хрень это? У нас ее в комплекте, походу, и нету, наверное. Давайте будем разбираться. Да, у нас такой штуки для компьютера нету. Хотя, может, где-нибудь и спрятан. Ну да ладно. Не столь важно. Вот, видите, она у нас замигала что-то тут. Все включается. Кнопка домой, шмамой. Ну как подключиться к телефону? Я не знаю пока. Так, будем читать инструкцию, разбираться. И хочется сразу, конечно же. Так, нажимать кнопку Home. Держать 5 секунд. Y плюс Home 5 секунд. iOS Third Party Operation. Так, ладно, давайте, как я пока запись остановлю, мы с сынули разберемся в этом всем деле и продемонстрируем вам, если, конечно, получится. Так, значит, разобрался мой сынуля с этим конструктором. Вот, не прошло и 3 секунд, как говорится. Ну, подключались немножко долго, я тут и переводил текст. Значит, кто купит такую штуку, просто я вам расскажу, как подключиться к телефону. Значит, зажимаем одновременно кнопочку X и кнопочку Home. Держим 5 секунд. Здесь вся окружность замигает красным цветом и будет так быстро мигать. Вот. После чего наш телефончик нашел геймпад устройство и сопрягся с ним. То есть без всяких проблем. Вот. Денис включил какую-то игрушку. Денис, как ее включить? Дай-ка я пододвину, то мы на кнопку, наверное, нажали. Так. На, сейчас сам покажи людям, как это все дело работает. Давай сюда перед камерой. Вот из джойстика, пожалуйста. Мой сынуля рубается во всякие игры. Ну, как всякие. Мы пока что только одну игру включили и пробуем. Зина, что за игра? Майнкрафт? Угу. Вот, игра на примере игры Майнкрафт. Вернее, не игра, а работа джойстика на примере игры Майнкрафт. Ну, значит, с остальными кнопочками он, я думаю, разберется. Что, куда, зачем. Тут кнопок, как вы видите, много. Поэтому вот такое вот долгожданное, да, Денис, приобретение. Вот, на этом, кому понравилось наше сегодняшнее видео, ставим палечки кверху, подписываемся на канал, не забываем. Всегда рады новым друзьям, новым подписчикам. И всем пока-пока на этом.